Правительство утвердило новую концепцию миграционной политики. Документ направлен на стимулирование притока в страну квалифицированных кадров, защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом и устранение демографического неравенства. Так предполагается ввести инвесторскую визу для иностранных предпринимателей. Она позволяет им проживать на территории Казахстана, регистрировать бизнес, владеть имуществом, нанимать сотрудников. Желающие получить гражданство должны будут знать государственный язык, историю страны и ее конституцию.